Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня я вам предлагаю пройти тест предсказания будущего, который, возможно, подскажет вам, как действовать, на что рассчитывать и куда двигаться дальше. Ведь будущее – это настоящая тайна, нам всегда любопытно, какие сюрпризы готовит судьба. Этот простой тест поможет получить подсказку. А это именно то, что вам нужно. Для прохождения теста вам необходимо выбрать одну из 12 предложенных карт. Выбирайте то изображение, которое подскажет вам сердце. Старайтесь долго не думать над ответом, чтобы максимально приблизить результат тестирования к реальности. Выбрали? Теперь посмотрим, что же подготовила вам судьба. Карта номер 1. Ты слишком спешишь, пытаясь угнаться за тем, что тебе вовсе и не нужно. Остановись, дай себе время на созерцание красоты этого мира. Посмотри вокруг, рассмотри красоту этого мира и насладись тем, что дарит тебе природа. Посвяти немного времени себе и прочти хорошую книгу. Карта номер 2. Ты слишком устала, тебе необходим отдых. Хорошенько поспать не помешает, но важно отдохнуть душой. Проведи день в одиночестве, отбрось все мысли о рутине и дай волю творчеству. Вот увидишь, после этого жизнь заиграет совершенно новыми красками. Карта номер 3. Ты готова к переменам, к новым свершениям. Отбрось все, что тебя сдерживает, и иди навстречу своей мечте. Прочь сомнения, именно сейчас у тебя все должно получиться. Карта номер 4. Прекрати вписывать себя в какие-то чужие рамки. Выйди из них, вздохни полной грудью. Ты слишком требовательна к себе. Дай себе немножко свободы. Карта номер 5. Ты пытаешься спрятаться от своих проблем. Только это больше не работает, и сейчас их нужно решать. Возьми себя в руки, посмотри на эту проблему еще раз. И ты найдешь обязательно решение, и тогда все пойдет очень хорошо. Карта номер 6. Тебе нужно просто поверить в себя. У тебя огромный потенциал, и ты зря этого не признаешь. Ты можешь делать все, что угодно. Действуй. Карта номер 7. Ты солнышко. Ты озаряешь всех своим внутренним светом и можешь с его помощью покорять мир. Радуйся и продолжай сиять. Нет никаких причин для беспокойства. Все наладится само собой. Карта номер 8. Для тебя слишком важно мнение окружающих. Пора от этого избавляться. Как только ты это сделаешь, все будет хорошо. Карта номер 9. Ты выдумываешь себе лишние проблемы. Просто перестань это делать. Тебе достает храбрости, решительности и сил. Просто делай то, что ты делаешь с двойной силой. Карта номер 10. Тебе не хватает немножечко тепла. Поговори с близкими, можно встретиться с друзьями или просто позвонить родителям. Тебе это очень и очень нужно. Карта номер 11. Ты сделала много ошибок, но это не повод сидеть и думать о прошлом. Нужно двигаться дальше. Сделай выводы, прости себя и потихоньку все наладится. Карта номер 12. Ты размениваешься по мелочам. Не распыляйся на гнев, зависть и пустые обиды. Научись прощать, и тогда твоя жизнь изменится. Пусть вам всегда сопутствует удача, и никогда не возникают такие ситуации, когда вы не можете понять, как жить дальше. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Здесь вы найдете много интересного и полезного для себя. А я благодарю всех за лайки, репосты и комментарии. До новых выпусков. Пока!